Как я сделал чучело вяхери? Значит, я взял в интернете, нашел рисунок про филей, там по клеточкам какой-то, старый советский. Вырезал лекало. Вот, на тело и на крылья. Крылья напополам разрезал, это пеноплексная пятерка. Пополам разрезал, наклеиваешь, получается вот такая вот заготовка. Заготовку ножичком, все красиво. Скруглил вот ну, до такого состояния. Это уже как получится. Может лучше, может хуже получится, чем у меня. Но я думаю, что это не самое главное. Придать форму. Потом грунтовка серая. Задул грунтовкой. Белые вот на шейке пятнышки. Подрисовал на крыльях. Черный подрисовал глазки. Все. Чучело готово. Пару вечеров и 13 чучел у вас есть. Уже можно как бы пробовать охотиться. Я честно скажу, я с ними не охотился. Как-то не получилось. Возил их много в машине. И вот как бы недостаток. Вот начинает вытираться, стираться. Сейчас, наверное, как вам показать. Ну вот это. Грунтовка стираться. Но это можно додуть. Потом, если что, если сильно видно будет. Ну, и так-то все. Недорого совсем получается. И красиво. Ну, на расстоянии похоже, на очень натурально выглядит. Я выставлял у себя в огороде, это где-то с 20 метров человеческому глазу уже. Ну, не отличишь, как будто на натуральные голуби настоящие сидят. Так что можно уже садиться да вырезать. А летом уже будут чучела. Зима скоро. Будь готов к сезону. Не забудь подписаться.